Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Приветствуем вас на контрольном матче между командами первой лиги «Торпедо Москва» и «Алания Владикавказ». Традиционные рукопожатия перед игрой, и вот-вот матч у нас начнется. Очередной контрольный матч для обеих команд. Через неделю уже стартует сезон в первой лиге, поэтому сейчас, конечно, надо быть максимально приближенным. Алания вот его в столичном регионе проводит, поэтому, собственно, играет «Торпедо». Дальний удар и гол. 1-0. 1-0. Счет становится в пользу «Торпедо». Ну, надо сказать, совсем уж неожиданный удар с этой позиции. Хотя вот это очень здорово для игрока. И вот такой вот дальний удар. Да, очень мощный. С левой ноги. Здорово, здорово он мяч поймал. И борьбу выиграл. И потом подработал. 14 июля против СКА Хабаровска сыграет «Торпедо». 18:30 запланировано начало этой встречи. Сейчас атака Алании. Будет ли прострел? Да, он есть. Удар по воротам. 1-1. 1-1. Счет становится. Кокоев сравнивает цифры на табло. И уже даже во вратарского здесь передача классная. Вот Будаева и удар в одно касание. Не очень хорошая передача. Вот, пожалуйста, перехват. Еще один момент. Возникает «Торпедо». Слабый пас. Было в одно касание пробить. Ну, примерно так же, как вот били поворотом футболиста Алании в случае с голом. Потому что это, опять же, нарушение тренировочного процесса, и подготовка может смазаться. Подача, удар головой в первую очередь. И потом вот такую вот подачу. Здорово. Но вот если брать именно соперников, то на две игры больше. А если брать общее количество матчей, то на один больше. Ух, сейчас атака Алании хорошая, с ударом поворотом после прострела. Но мяч в створ не попадает. Но казалось, что Бабурин контролировал ситуацию. Я думаю, многие его помнят. Ух, сейчас подача хорошая идет. И что, пенальти? Дали его партнера. Тут завалили. Пенальти, смотрим внимательно. Вот Олег Конов, кстати, вышел к бровке. Удар поворотом. Потрясающий удар. Этот пенальти состоялся. 2-1. Хадарцев. Хадарцев становится автором этого гола. Давайте еще раз посмотрим. Тут уверенно, уверенно в верхний правый угол. Без шансов. И в первой лиге, то в активе «Торпедо» 16 побед. Ух, сейчас перехват, уже третий в первом тайме. «Торпедовцы» здорово играют на чужой половине поля. Дальний удар поворотом. Показалось, что небольшое касание мяча все-таки было. Что защитник Алании его туда мяч переместил. Сигарбунов. Подача идет. Удар поворотом. Если не было офсайда, то это гол. Но вот сейчас он весь второй темп пока что возле бровки. Вот классный навес пошел. Удар головой. И Манелов мы видим, навесил. И вот удар головой. Ух, тут не нарушение или было правило. Дал, пока партнеры прибегут. Потом выцеливал пас. Ну и игроки Алании все прекрасно видели. Атака «Торпедо». Отсюда можно и пробить поворотом. Навес на дальнюю штангу. Удар головой. Солдатенко выручает свою команду. Вот это было уже. И вот теперь звучит уже финальный свисток, который фиксирует боевую ничью 2-2.